Уже. Уже? А Федор дома? Дома. Проходи, раз пришел. Топ-то возьми. Нафталином воняет. Чай пить будешь? Может, мне за пивом сходить? А? Нечего. Каждый раз одно и то же. Как начнете, так и не кончите. Я покурю? Кури. А ты? Я курил. Только что. А по радио дождь обещали. Циклон, говорят, пришел. Слыхали? Слыхали. А я Васильевича сегодня видел. Я к магазину пошел, а ему по пути было. Так он не слыхал? Очень, говорит, удивлялся. Как это? Такая погода хорошая. Солнце вовсю светит. И вдруг тебе на дождь. Не поверил. А Филомеев со своими вообще купаться пошел. Совсем мужик спятил. Я позавчера ходил, не то что там купаться. Умыться-то и то противно. А дождь будет. Хотя свет-то и ни по чем не скажешь. Как думаешь, Федь? Может, будет. А может, и нет. Ты, Коль, не обижайся. Но мне это как-то все равно. Что будет, а что не будет. Разница-то какая? Да большая разница-то. Для тебя, может, большая, для нас никакой. Но если только принципиально. А по существу ведь это не важно. Что будет? Что не будет, что так, а что эдак. Да нет, важно. Ты что, зонтик купил? Да нет. Ну уж, конечно. Если бы ты зонтик купил, мы бы уже давно знали. Только вот уезжай я. Чем-чем? Уезжай, вот чего. Куда это ты уезжаешь-то? Подвернулось тут одно дельце. Когда оно тебе подвернулось-то? Если вчера ты никуда не собирался. Подвернулась. Так что теперь уезжаю. Вот только бы дождя не было. А то больно в дождь уезжать противно. Как думаешь, будет дождь или нет? Вроде нет. А с какой стати на Дальний Восток-то? С такой. Друг зовет. Какой еще друг? У тебя их отродясь не водилось. Кроме меня, конечно. А вот и водились. Мы в школе вместе учились. Он это... Я-то на последней парте сидел, а он на передней. Так сейчас начальником стал. Чего-то я раньше этого не слышал. Так я сам не слышал. Пока он мне это, письмо не прислал. А как прислал, так я сразу решил, еду. А что мне здесь без толку-то сидеть? Там хоть работа стоящая. А делать ты там что будешь? Да... Так, что-то по снабжению там предлагают. Ты что, серьезно? Серьезно? Да я, можно сказать, и пришел потому, чтобы сообщить вам об этом. Ну ты даешь. Ты говорил кому-нибудь? Да нет, вы первые. Молоток. Я в тебе никогда не сомневался. Ты настоящий друг.
Не жалко отсюда уезжать-то, а? Все-таки столько лет здесь жил, можно сказать, прижился, и вдруг на тебе, адью, съехал, а? Да и не знаю, как ты сразу не разберешь. Ну, ты еще не понял, не прочувствовал, а когда поймешь, прочувствуешь, рождать всю жизнь можно. Вот я, дурак, ждал-ждал и... Чего так вырядилась-то? Воскресенье? И вообще, Коля уезжает, нельзя, что ли? Можно. А я что, говорю, что ли? Пожалуйста. А где все-то? Почему нет никого? А кто его знает? Рано, наверное. Коль, ты во сколько уезжаешь-то? Да я не знаю еще. Как не знаешь? Ты что, не решил, что ли? Да решил. Вечером еду. Последним автобусом, что ли? Последним. Вот да это, а. Был человек, и вдруг взял тебе и съехал. Тю-тю. Да здесь я, тю-тю. Это ты сейчас здесь, а завтра далеко будешь. Так далеко, что дальше некуда. Через Москву поедешь-то, а? Через Москву. Везет человеку. Чего уставился? Не видел, что ли? Видел. А мы и так справимся. Ты погуляй. Обомни сарафан-то. Надо же, что бывает. Я бы такого названия никогда не придумал. А не на тебе. Расплюнуть. А тебя знаешь, куда можешь закинуть, а? Сейчас. О! Ты в океан попала. Да. Так, глубина 6000 метров. Так. Вокруг ни хрена, одна вода. Так, до ближайшей суши, так-так. В общем, кранты, не доберешься. Пойди его угадай, найти, узнать и понять невозможно.